Митрович, 15-й Хосе Анхель, 4-й Иван Рамис, капитан команды, 12-й Пауло Оливейра, 16-й Пабло Альваро Адриасоло, 5-й Рафаэль Варан, 6-й Начо, 23-й Серхио Регилон, 15-й Федерико Вальверде, 20-й выстроит игру против Реала и с тем, как Реал отреагирует на уже старое поражение, понимает. Рамис подает вперед, как раз в направлении на Марко Кордону. Трансферы, переходы новых игроков, новых звезд, быть может, мадридский Реал. С такой работой он еще, наверное... Ай, да нет, выходит на ворота Бейл! Марко Дмитрович, и Бейл еще раз пытается пробить. Здесь уже Дмитрович подвоха не ожидал. Но он, конечно, великолепно занимает позицию. Здесь поднята рука в конечном счете арбитра. И давайте посмотрим. Ну, видимо, было положение вне игры. Здесь опять. Ошибка. На Кукурелью заброс. Кукурелья упустил мяч за лицевую. Альваро Адриасоло. Он вынужден играть в каждом. Бейл, Бензема. И мяч влетает в ворота. И Карим Бензема не празднует. Судья одновременно поднимает руку. И вот по выражению его лица понятно, что он еще слушает, что ему подсказывают. Ну, давайте посмотрим. Гаррет Бейл, да, видимо, оказался здесь. Тот самый опасный момент как раз был у Бензема в концовке. Кукурелья, прострел! И не смог замкнуть. Не смог замкнуть. Кстати, вот это был, по-моему, не Энрич, а Марк Кордона. Третья атака. Четвертая атака. Подача Асенсио. Удар Карима Бензема выше ворот. Бензема забил Валенсии, но это было уже... Продолжит и Реал. Адриасоло. Передача на Бензема. Модрич. Не получилось у него. Точное и достаточно сильное. Вальверде. Модрич. По флангу передача на Альваро Адриасоло. Убивает мяч Хосе Анхель. Конечно, его позиция сегодня... Защитника Энрич сбрасывает Буасису и не успевает к мячу Эскала. Навас переводит мяч на фланг и тут пули покидает. О Навасе, конечно, пишут, и проблема вратарская, Зидан обещал ее решить. И вот сегодня Асенсио вернулся, увидел Регилона, Регилон простреливает Бензема. Там уже Иско, там уже Модрич. Модрич переводит на Гаррета Бейла. Бейл пытался, на месте был Начо. Жан Жордан. И будет угловой. Это хлеб Эйбора, угловые. Команда всегда подает их в большом количестве. Модрич. Видит Бейла, находит Бейла передачей. Гаррет Бейл забегает. Адриасоло. Гаррет Бейл решил пробить сам. На трибунах свист. Отзидачает его Варан. Свободен Коте. Коте подает. И будет угловой. И благодарит Кейлор Навас. Сейчас Регилона, потому что именно Регилон мяч выбил. Отличная передача. По геометрии все было здорово у Эйбора в этой атаке. Быстрое движение мяча. Жан Жордан. Де Бласис. И в подкате Начо выбивает. Серхио Альварес. Жан Жордан. Жан Жордан. Адриасоло. И вот сейчас к нему приходит Гаррет Бейл. Бейл отработал. И мы теперь понимаем, вот когда мы видим, что Котес здесь не уследил Модрич. Эскаланте в штрафной делает передачу. Кордона переиграли. Переиграли футболисты Эйбора защиту Реала. И счет становится 1-0 в пользу гостей. И, друзья мои, к этому все и шло. Небольшая группа болельщиков Эйбора, хотя и в принципе... Болельщиков не так уж много, но не Реал все-таки, не Барселона. Кордона забивает на Бернабеу. И мы видели Адриасоло. Есть возможность
Сразу мячу до перерыва. Нет уже такой возможности. Асенсио, Асенсио! Подает! Бейл! Вспомнил себя прошлогоднего. Отыграть. Что касается Эйбора, Дмитрович в воротах. Дебласис, Рамис. Модрич. Удар по воротам Луки Модрича. Это засчитают как удар в ствол. И потом кто-нибудь посмотрит статистику, скажет, вот, пожалуйста. Это тоже должно катастрофа какая-то произойти. Дмитрович мяч выбил. Я, кстати, назвал составы стартовые. Заброс на него вперед и расчет, что он сам справится. Нет. А вот Кардона! Вот если бы сейчас не Адриасоло, не быстрый Альваро Адриасоло, то Кардона вновь нашел бы ключ к вороту. И посмотрите, и мяч не оказывается у игроков Эйбора. Вот только сейчас Дебласис удар по воротам наносит Энрич. Такое впечатление, что игра проходит не на Бернабеу, а на стадионе Ипуруа в Эйборе. Такое преимущество. Бензема ускоряется, ошибка, Бензема успевает к мячу и забивает. 1-1, но кто же еще мог выручить мадридский Реал? Мог выручить Асенсио, забегает Адриасоло, реактивный, передача Асенсио в центр на Иско, Адриасоло. Довольно часто. Еще один навес, Бензема! Теперь уже у него гол не отберет никто. 1-1. Карим Бензема забивает свой 16-й гол в чемпионате. Он не гонится за Лионелем Месси, но в этом сезоне после ухода Роналду именно Бензема взял на себя эту роль главного бомбардира. А посмотрите, выжидает Бензема. Ну, конечно, вот Са подает Бейл, выпрыгивает Иску. Здесь, конечно, второго нападающего не хватает. Еще удар! И забирает мяч Марко Дмитрович. Чем задвигался Карим Бензема. Бензема прекрасно все видит. Но Адриасоло даже с его скоростью. В штрафную. Корельяна. Передача на Дебласиса. Дебласис на Кардону. Кардона не успевает. Я вот, кстати, не сказал. Сказал, сколько Бензема забил. Лука Модрич во всей красе отрывается от защитника. А дальше Альварес. Он сейчас второй центральный. Асенсио. Это Адриасоло. Асенсио. Адриасоло ускорился. Точное попадание Коты. Я думаю, что вот возьми сейчас все игроки, попытайся это повторить, никто не повторит. Сбил угловой флажок. Очень интенсивно прессинговала. Орельяно был первым в прессинге. Регилон. И опять очень похожий момент. Бензема. Увидел Регилона, но решил пойти сам. Бензема и подает. Опасно это было. И там борются. И забирает Дебласис. Хорошо разыграли игроки Эйбора. Подача! Энрич не добирается до мяча. Удар с дальней дистанции. Мяч недостаточно гостил на половине поля соперника. Вот о чем это говорит. Подача Кроса. Бензема! Карим! Бензема! 2-1! Он делает все. Он делает все, чтобы этот сезон не получился для Реала вот таким уж провальным. Чтобы концовка запомнилась вот такими яркими моментами. 2-1. И он вновь забивает голову. Мяч отдает отличную Лукасу Васкесу. Карим и Марко Дмитрович. В ближнем бою Марко Дмитровича переиграть очень тяжело. И сегодня Бейл и Бензема могут об этом свидетельствовать. Точный пас. Причем Бензема мяч не трогал. Асенсио, Асенсио! И туда в направлении самых преданных Мадрид. Дмитрович ошибается внезапно. Карим! А Карим играет себя прошлого сезона. Здесь Линникер, включив телевизор, сказал, а зачем я его включал, собственно. Я вижу то же самое.
Ну и